12 мая празднуется Международный день медицинской сестры. Дата приурочена ко дню рождения Флоренс Найтингейл, сестры милосердия и общественного деятеля Великобритании, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. Глава округа Владимир Ружицкий поздравил медсестер Люберецкой областной больницы. Подробнее в нашем сюжете. Надежда Федина с детства мечтала помогать людям. 18 лет пришла в инфекционное отделение Люберецкой областной больницы медсестрой и проработала здесь уже 40 лет. Медицина нужна в наш период сложный, как никогда. Вот случилась эпидемия. Куда без медицины? Нужно было помогать людям, спасать людей. Это было очень... Вот мы почти 2 года работали беспрерывно на ковиде. Владимир Ружицкий поздравил медсестер с их профессиональным праздником. Глава подчеркнул значимость этой профессии. Лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма. У вас здесь работа такая достаточно сложная, непростая, потому что вы всегда находитесь в группе риска. Все-таки инфекция, никто же ее не отменил. И я вам искренне желаю, чтобы в этой группе риска вы не знали инфекции, заболеваний, чтобы вы ничего отсюда домой не приносили. Зачем вам это надо? Поэтому я искренне желаю, чтобы вы были здоровы. Медицинские сестры непосредственно имеют дело с больным, выполняют назначение лечащего врача. Сейчас мы находимся в инфекционном отделении Люберецкой областной больницы. Инфекционное отделение оказывало медицинскую помощь в весь период ковида. Здесь у нас было детское отделение. В отделении трудится 16 медсестер. Сейчас под их присмотром 50 детей и 12 взрослых. Оказывают помощь пациентам с кишечными и воздушно-капельными инфекциями. Всего же на территории округа работает 1768 медицинских сестер. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.